Значит, однажды вечером сочинился мюзикл под названием «Молоконос». Ну, название уже, да, говорит само за себя. Это Стёп мюзикл. Ну да, Стёп мюзикл. Пародия на мюзикл. И который сочинили моя мама, я и еще моя подруга и однокурсница Алена Аксенова. И вот арию из этого мюзикла я сейчас спою. Там есть такой персонаж, как корова. Вот я сейчас спою ее арию. Потому что она спасает главного героя. Ну, это не важно. Ну, как это очень важно. Что там хотел? Она его спасает после арии. Ну да. Да, были и мы безрассудны и молоды, и жизнь по-другому мечтали устроить. Но людям нужны от нас только надоги, и нам говорили: молчание золото. Мы золото это копили годами, как ни был удел наш обиден и труден, и только с укором следили за вами. Мы только коровы, но вы ведь-то люди. Ну что вы молчите, ну что вы молчите, вы жители города. Ведь даже коровы те понимают, кому нужно золото, 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 когда дорогих вам людей убивают, убивают. Такая вот ария. Стихи написала Оксана.